тобой наружу. Я по тонкому льду с тобою наружу. Мы не виноваты, терпи меня, как когда-то. Давай останемся на память в этих фотографиях. И нам не надо больше воздуха, чтобы дышать. Мой город капкан, и я в него попал. Остаться человеком здесь шансов так мало. Я заберу свое и отправлюсь назад. Туда, где для друг друга мы были не просто так. Верю в красочек, где мы не победим. Зачем пить? Наш каменный мир, которым горит. Просто держи меня за руку. Могу еще ниже петь, смогу. Да, может. Просто держи меня за руку, пока я тут иду ко дну. Просто держи меня за руку, я с тобой тут по тонкому льду. Просто держи меня за руку. Schweiß. Du hast richtig gesagt. Нет, я сказал, что приедут, возможно, какие-то мои знакомые. А они взяли, спиздили половину всего добра. Всего добра спиздили. Потому что нужно показать, кто в доме хозяин. Снимались в комнату. Я всех заблокирую вас, нахуй идите, блядь, говорю, что плохой голос. На полку мне вообще. Оправдание. Не, ребят, ну... Да я знаю, кто... Небо горное мое. Чего ты тут спаднула? Пойдемте курить. Вы все по такой музыке, потому что мы с говно. Жарко очень. Я, может, так не уверен, что вообще очень жарко. Да нет, просто достаточно... И вести активно так себя. Так. То она по гороскопу, ну, так же, как и я, мудак иногда бывает. Ночью и днем, сердце сжигая, люби меня, люби, не улетай. Люби меня, люби. Люби меня, люби. А это кола, кстати. Короче, он знает, что он за бабки сидит в этой фигне, короче, чтобы, ну, просто сейчас там на мне сиську показали, да. Знаешь, что вот это? Тоже за бабки сидишь. Нет, это Инстаграм? Это Инстаграм. Давай 50-50, делим. А в ТикТок что, не зашел? Ну, в ТикТок я зарабатываю бабки, да. Но сейчас не хочу зарабатывать. Так а что ты меня упрекаешь в чем-то? Люби меня, люби. В ТикТок я зарабатываю $150 в день. Минимум. Чего себе? Минимум? Так, поднимем охват Алексею Дееву. Здесь Артем Гант, а.к.а. МС Мигант, и спичинг овер. Друзья, подписывайтесь на аккаунт Мисс Мира. У меня это бесплатный розыгрыш. Это все фикция, она не Мисс Мира, она купила свой титул. Она купила свой титул, купила подписчиков, накрутила. И все. И галочку за деньги поставила, и на Дом-2 пришла за деньги. И вкус музыки у нее. Она на Дом-2 пришла через постель. Нет, не через постель, а за деньги. Все за бабки. Правда, заходите, у меня очень часто розыгрыши на деньги, можно хорошо... Заработать 300 рублей, кстати. Она работает на XBET, она кидает людей. Эльмир, подержи. Подержи, я оденусь. Ночью и днем сердце жжет. Вот кому не нравится моя песня, нахуй отписывайтесь отсюда. Отписывайтесь нахуй отсюда. Я буду каждый день петь специально для тех, кто кому не нравится мой голос. Специально для вас. Люби меня, люби. Своим низким мужским голосом. Ничего страшного, дорогой. Все нормально.
Здорово. Сорян, бля, ты мне порвала губу. Пусть я тебе порву что-то другое. Блядь, больно. Спасите. Ну хватит, ну. Альбина, ну пожалуйста. Ия Маэйя. Королева танцпола висит. Королева танцпола висит. Ну все, пожалуйста. Королева танцпола висит. Королева танцпола. Стул встал. У тебя встал? Я проверю. Встал. Не, я побежал. С пола. У тебя же 12-й, он похуй ему на воду. Не, мы здесь не будем. У Артема, блядь, ты напротив своего телефона стоишь. Ну ты че? Слушай, ну хватит, да? Все? Ну что хватит? Выдыхай. Выдыхай, бобер! Это мне выдыхай. Губу, блядь, зафигарило. Где? Я поцелую. Уже поцеловал. Да нет, слушайте, Крис, ничего не буду передавать. Я знаю, что Крис сегодня приедет сюда на поляну. Они с девочками отдыхают. С Мадан, с Брянской, с Сашкой. У меня просто есть здесь... Дай зажигу. Подержи ее. Подержи. Только сигареты в эфире тебя не было. Нет, сигарет. Какая сигарета? Ты что? Твой секрет я не показываю. Ты про член? Это сигара тогда. Самая большая сигара, которую я видела в своей жизни. С китом. Кит. Знаете, как я называю Лёшу? Кит. Мой кит. И у нас будет рисунок в комнате. Ну, там... Откровенный рисунок, но и при этом у нас будет посередине рисунка кит нарисован. И вот у него из фонтанка. Да, у него будет фонтан, но фонтан будет идти из члена. Головки. Из головки будет идти фонтан. Фонтан — это будет сквирт мой. А головка будет. Ну, вы сами понимаете. Извините за откровенные разговоры, конечно. Но если вы хотите знать подробности, вы должны это послушать, как бы. Сорян. Можно я заберу у тебя телефон? Нельзя. Фу, какая она стрёмная. Я вас блокирую. Вот кто пишет обо мне плохо, всех блокирую. Не только я, но и Лёша тоже будет блокировать. Конечно. Так что не пишите обо мне плохо. Если что-то вам не нравится, это ваши проблемы, не мои вообще. Сегодня все бухи, мне кажется. Что не спит? Сегодня праздник же. Сегодня у нас вечеринка в честь холостяка Артема Гранта. Он одинокий единственный волк. Холостяк, одинокий волк. Единственный в мужской спальне. Никому не нужен, блядь. Никому не нужный.
У меня скоро день рождения, до 20 января у меня день рождения будет. Жалко подобие Брянской. Я далеко очень от Брянска, на самом деле. Я в отношениях не матерюсь, не поднимаю руку на своего мужчину. И говорю своему мужчине, если он ругается матом, о том, чтобы он не матерился со мной. Я считаю, что женщина должна быть мудрее в отношениях. И давать правила в отношениях о том, чтобы не нужно материться. Да, не нужно. Альбина права во многом, серьезно. А Грант подкатывает, короче, к Эльмире. Нифига там сколько комментариев-то пропустила. Ребят, не пишите гадости, реально. Да? Ты с ней... Мне интересно, когда люди пишут гадости, вы от этого удовольствие получаете или что? Типа, я никому плохо не отношусь никогда, пока ко мне плохо не относятся. Вы почему ко мне плохо относитесь? Почему? Я же неплохой человек. Какая у тебя ужасная девушка, да, я заблокирую ее. Вы действительно не понимаете, что если вы будете плохо относиться ко мне, его подписчик Адеева, да, Алексея, то он будет блокировать вас. Поэтому не нужно писать плохих комментариев. Я прошу вас, я неплохой человек. У кого-то, ну, может, кому-то не нравится, как я пою, может, кому-то не нравится, как я разговариваю. Но это личное мнение каждого человека. Не нужно ко мне относиться от этого плохо. Я неплохой человек. Вы же меня не знаете. Совершенно. Да, я даже еще в эфирах не вышла. Ладно, ребят, все, давайте. Ну, пока-пока. Мы сегодня будем рисовать. У нас, кстати, целое полотно. Не-не-не. А, Тём подкатывает к Альбине? Нет. Да много гадостей кто пишет, да. Мне интересно, почему... Альбина, ты супер. Почему... Спасибо большое. Почему вы гадости пишете? Из-за зависти или просто вы не любите каких-то людей определенных у вас? Вы несчастливы? По какой причине? Я, например, очень хорошо отношусь ко всем. До тех пор, пока ко мне не просто плохо. Мне очень нравится Лёша. Я хочу с ним строить серьезные отношения. Спасибо большое за комплименты. Я не обращаю внимания. Ну, я считаю, вот знаете, мое мнение, те, кто говорят о мне обо мне плохо, они в первую очередь унижают себя и своих родителей. Ну, это лично мое мнение, да? То, что они говорят о своем воспитании. Я ни о ком не говорю плохо. Все нормальные люди. До тех пор, пока ко мне плохо относятся. Её Артём боится, если честно. Я тоже иногда побаиваюсь. Вы еще не сдаетесь? Нет. Вот Эльмира идет, Эльмира. Ну, у них может с Артёма что-то получиться. Ты что, голая так, вышла? Друзья, если вы хотите выиграть 5000 рублей, подписывайтесь на аккаунт Мисс Эльмира. Скоро будет очень много интересных розыгрышев. Следите, подписывайтесь на обновления и не забывайте Мисс Эльмира. А сколько денег ты разыгрываешь? По пятерке обычно. По пятерке? Да. Да. Короче, все, ладно. Мы прощаемся, Леха. Леха, чтобы было хорошо, со вкусом. Артём интересуется, как у тебя охват. Пойдем. Я тоже.
ребят. Эльмира красивая, да. Она неплохая девчонка. Да, Эльмира неплохая. Это с Грантом Эльмира. И, кстати, я вижу, что Артём так настроен. С добавкой. Ладно, ребятки, давайте все, всем пока. Мы сегодня выйдем еще в прямой эфир. У нас урок рисования сегодня. Это была любовь. Прости милую печаль.